Не секрет, что наши дети очень любят сказки. И не просто их слушать и смотреть, но принимать в них активное участие. Например, в качестве актера или режиссера собственной сказочной истории. Но ведь так здорово придумать сказку самому. Такая сюжетная игра, особенно когда ребенок играет вместе с родителями, очень важный этап формирования его умственных способностей. Тут и сообразительность, и фантазия, и творческие способности, и усидчивость, и самостоятельность. А самое главное, такая игра стимулирует активную речь ребенка. В игровых наборах «Томик» деревянные фигурки сказочных героев, людей, животных, домики, деревья, покрашенные безопасными красками. В общем, все то, что пригодится в увлекательной игре. А еще наши сказочные наборы прекрасно подходят для импровизации. Но почему бы, например, Колобку не прийти в гости к трем поросятам? Добро пожаловать в сказку! Да. Сочиняйте на здоровье!